Индии ходят бездомные собачки в одежде. Добрые люди им одежду шьют. Ну, не шьют, а вяжут. Я про это слышала, но вживую не видела. Вот собачка в одежке. Она бездомная. Их тут печеньками подкармливают. Кстати, здесь даже слон ходит. Я, кстати, не знаю, видимо его или нет. Да, здесь катает слон. Что-то я не могу уже настроиться. Короче, про слона история. Сейчас тебе расскажу. Принесли наши индийские кушания. Это сизер вегетарианский. Это котлета вегетарианская, конечно же. Конечно же, мясо мы не будем сейчас есть несколько дней. Нынче палево, да, Слав? Мясо очень страшно. Меня даже никто не снимает, как будто я не в Индии. Ты там говоришь? Ну, да я хочу, чтобы мне показали по телевизору. Вот, на тарелочке попросить. Сейчас будет кушать. Классно. Вообще, я вообще счастлива, я рада. Я Индию такой себе и представляла. Не Индию, а именно Пахарганч. Ну, классно. Ладно, будем мы есть, потом будем кушать. А, у нас еще принесут много чего. Сейчас мы взяли сизлер вегетарианский. Это панир. Короче, панир жареный в тандуре и с соусами сделан. Не знаю, острый, не острый, мы просили сделать не острый. Посмотрим, какой это. Чизнан? Чизнан. Да.